17 февраля 2024 год. Вот наконец-то пришла спальня Ирине Борисовне, долгожданная, с декабря 2023 года ждали. Вот. Вот такая спальня. Прикольная. Цвет такой хороший. Под линолеум, под обои, под капитальный ремонт после наводнения. Вот, классно. Шифонер шикарный, вообще здоровый. Получается комод, шифонер, двухспальная кровать с матрасом и две прикроватных тумбочки. Классно. Шифонер шикарный. Конечно, бросили туда вот тяжесть. Это раскладушка металлическая, стальная. Вот, шикарный шифонер. Огромный просто. Просто он это немножко вперед падает. Ну, мастер вообще молодец. За 4,5 часа собрал все. Было 20 коробочек и матрас. И получился вот такая шикарная, шикарная спальня. По цвету прям спасибо Виктории Александровне. Помогла сделать правильный выбор. Вот, супер. Спать вообще отлично. Прям жестко такой матрас, такой прям вообще красавчик. Паучка нашел. Паучка нашел, мой хороший. Вот. Ну, вообще, мастер Николай вообще молодец. Респект. Звоните, если что, порекомендуем, дадим телефончик. За 4,5 часа в одного все собрал. Вот такая спальня. Ну все, будем жить-поживать, добра наживать. Помогай Бог.